Снижение объема дорожного фонда Башкортостана в ближайшие три года не предусмотрено. Об этом нашему телеканалу сообщила исполняющая обязанности министра финансов республики Лира Иктисамова. Отмечу, ранее региональный госкомитет по транспорту представил данные, согласно которому дорожный фонд будет сокращаться с почти 18 миллиардов рублей в 2019 году до 17 миллиардов 200 миллионов в 2020 и 16 600 в 2021. По словам главы Минфина, размер дорожного фонда по итогам 2018-го составил 15 миллиардов 700 миллионов рублей. Часть средств, по которым заключены контракты, переходит на 2019-й. С переносом остатков дорожный фонд текущего года уже превысил 19 миллиардов, отметила Лира Иктисамова. Далее по годам сумма, если просто смотреть на график, конечно, казалось бы, имеется снижение, но здесь надо объяснить тем, что на сегодня, на 2020-2021 годы еще не в полной мере распределены средства федерального бюджета и не учтены, соответственно, в наших проектировках. Ну и, как я сказал, нет того остатка, который перешел вот с 2018 на 2019 год. При этом в проектировках на 2019 и 2021 годы уже учтены предполагаемые доходы в результате поступления в дорожный фонд штрафов по линии ГИБДД. Их годовой объем в республике оценивается в сумму около 1,5 миллиарда рублей. Штрафы за нарушение правил дорожного движения начали зачислять в дорожный фонд с этого года.